Картины Клары Голицыной хранятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, Московского музея современного искусства, в авторитетных российских и зарубежных частных коллекциях. Клара Голицына – яркий представитель московской арт-сцены второй половины 20 века. Она принадлежит к старшему поколению работающих сегодня живописцев. В этом году ей исполнится 93 года, но ее картины гармонично смотрятся на выставках молодых художников, будучи экспериментальными и свободными по духу. Первые выставки Клары Голицыной состоялись в 60-х годах. Она вошла в круг неофициальных художников, ярких представителей второго русского авангарда, среди которых известные Владимир Немухин, Анатолий Зверев, Евгений Крапивницкий, Илья Кабаков. Ежегодно принимала участие в легендарных выставках на Малой Грузинской в зале, выделенном неофициальным художником после крупного международного скандала, так называемой бульдозерной выставки. Абстракции Клары Голицыной узнаваемы в ряду произведений других авторов, и в новом тысячелетии она остается свободным художником, независимым и с активной творческой позицией.